Праздник 23 февраля саровские хоккеисты провели по-мужски на льду. ХК «Саров» скрестила клюшки с еще одним лидером регулярного чемпионата – хоккейным клубом «Спарта» из Вачи. Хотя «Спарта» и стоит на высокой строчке турнирной таблицы, но идет вне зачета, поэтому в плей-офф не попадет. Но все-таки соперники вели серьезную борьбу. Первый период закончился со счетом 1-3 в пользу Вачи. Настрой всегда боевой, ну, тем более «Саровым». Вот. У нас решалась как бы эта игра, кто все-таки возглавит. Ну, у нас что, разница одно очко, поэтому настрой был боевитый. Игроков достаточно было, просто реализовали свои шайбы, вот, а дальше, по сути, от обороны играли и все. Во втором тайме каждая команда забила по еще одной шайбе, а закончили игру со счетом 3-6. Хоть половину третьего периода Саров и играл в большинстве, но нашим хоккеистам так и не удалось перехватить шайбы у соперника. Для ХК «Саров» это второй проигрыш подряд после игры с Павлова. Были в первом периоде моментики, надо было забивать пустые ворота, не попадаем, в обратку убегают, забивают. Поэтому второй вышли более-менее раскачанные какие-то такие, сразу получили две, а потом бросились спасать Россию. Ну, где-то не хватило мастерства, очень много удалений у них было, не реализовали, хотя шанс был зацепиться при счете 5-2, делай 5-3, там удаление двойное 4 минуты, 5-4, и чем как закончилось бы, неизвестно. Несмотря на поражение, Саров продолжает лидировать в чемпионате Нижегородской области по хоккею высшей лиги. В рамках регулярного чемпионата теперь осталось еще две игры. 6 марта ХК «Саров» проведет домашнюю игру с командой из Княгинино. Уважаемые болельщики «Сарова», передаю огромный привет всем. Вот, поздравляю с 23 февраля. Вот, желаю вам всего всем самого хорошего. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».